Спектакль о Крыме презентовали в Киеве. Это виртуальное путешествие по полуострову в сопровождении двух героев. На сцене реальные персонажи делятся со зрителями своими воспоминаниями о жизни на полуострове. Постановку видела корреспондент ЮТВ Юлия Крючкова. Постановку под названием «Крым мой. Отчет о путешествии, которого не было» придумал постплей-театр. Спектакль поставлен в жанре сторителлинга. Диалоги не прописаны, а ситуации разыгрываются вживую, поэтому каждое выступление уникально. Это вообще не про нас. Вот если у вас в паспорте вот такого качества фотографии, то очень не советую выходить административную границу с Крымом. Потому что один товарищ с проблемной фотографией пытался пройти, но он прошел, конечно. Но сейчас сидит за экстремизм. Зрители не сидят, как в традиционном театре. Действо происходит вокруг них. Этот спектакль – это движение, и в этом его отличие от фильма. Мы чувствуем актеров в этом зале. В спектакле двое героев, они играют самих себя. Антон Овчинников рассказывает о своей реальной идее велопутешествия в Крым. Вот мы собрались и решили сделать это путешествие виртуально. Крымчанка Галина Джикаева представляет свое видение Крыма. Для нее родной полуостров стал закрытым. Это история о том, какой Крым у каждого из нас остался и что мы с этой памятью, с этим бэкграундом можем сделать и куда мы будем идти дальше. Тут скорее просто наш театр не дает ответов и никаких месседжев не несет, ничему не учит, мы задаем вопросы. Среди зрителей большинство крымчане, поэтому рассказ о полуострове тронул их. Проехались именно по тем любимым моим местам тоже, в которых именно своя история, свои эмоции, свои воспоминания на сегодняшний день, когда я ощущала в те времена. Спектакль «Крым мой» уже показали в Киеве и Харькове. Юлия Крючкова, Вячеслав Смирнов, UATV.